Добрый день, уважаемые зрители. У нас сегодня небольшой разговор по поводу того, как мы с вами можем выглядеть в роскошном возрасте, когда нам за 60. Сегодня нужно сказать, что в моде тренд на старость. И сегодня старость звучит не как понятие достаточно грустное, трагичное, или то, что мы как-то должны дожить до старости. Сегодня старость в мире является таким очень молодым трендом, когда про старость говорят очень спокойно, очень достойно, и говорят о том, что вообще старость должна быть роскошна. Ну а поскольку сама по себе мода, одежда, костюм в старости в самом деле могут быть достаточно интересны, и вот этот роскошный возраст за 60 уже, конечно, далеко не возраст старости. Это уже возраст какой-то абсолютно новой молодости. Нужно сказать, что мода в сегодняшней старости – это уже совершенно другой контекст. Это мода достаточно интересная, сложная, когда человек уже добился всего и может себе позволить в моде, особенно в костюме, очень таких интересных решений. Когда с одной стороны он уже абсолютно солиден по возрасту, но в душе еще очень много искр молодости. И поэтому эту молодость, конечно же, можно показать очень красивыми, интересными решениями в комплектовании одежды. Это сегодня, наверное, один из интереснейших трендов, поскольку мы видим, что знаменитые актрисы, балерины, танцовщики сегодня являются лицом рекламных кампаний очень многих мировых брендов. И сегодня совершенно все очень легко и спокойно относятся к прекрасным морщинкам, которые являются для людей, наверное, вот таким каким-то, какой-то очень приятной памятью о том, что за время в жизни за 60 лет произошло. И эти морщинки становятся приятными в возрасте, их как-то начинают любить, рассматривать. И если мы 10 лет назад говорили о том, что все мы должны быть настолько уже глянцево красивы, и даже в старости мы как-то должны очень-очень аккуратно выглядеть, и как-то к старости должны подводить и свою кожу, и свой внешний облик, то сегодня старость, она более непосредственна, и она более спокойна. И вот эти 60 лет – это уже возраст, когда мы абсолютно спокойно относимся к себе и спокойно относимся к одежде. Красивая одежда сегодня достаточно много выпускается, когда комплектование идет очень красивых, нежных, пастельных цветов, когда мы можем позволить себе абсолютно интересные прически, и они специально сегодня разрабатываются тем, кому за 60. Этот роскошный возраст сегодня в мире приветствуется, и нужно сказать, что у нас есть в городе Омске такой интересный проект Игоря Гавара «Олдушка», когда он фотографирует замечательных, интересных людей по России и уже по миру, когда они встречают свой возраст за 60 достойно и могут себя как-то очень интересно и очень сложно для внешнего мира показать, как-то очень интересно про себя рассказать. И в первую очередь это, конечно же, сбор тех морщинок, которые, да, вот я говорила о том, что они стали памятью, но, с другой стороны, это абсолютно такое непосредственное и очень молодое отношение к себе. И мне кажется, это самое главное, чтобы мы приняли себя такие, какие мы есть. Это было мое особое мнение. Васильева Эмма Викторовна, проректор по внеучебной социальной работе Института сервиса, доцент кафедры дизайна костюма, член Союза дизайнеров России.